пожелание всем людям или слушателям, которые сегодня были, слушали в эфире. Вообще просто пожелание для всех людей всего мира, христиан и нехристиан. У меня желание такое: если бы вы знали, что вы через 3 часа умрете, то подумайте, как бы вы прожили свою жизнь. И вот самые первые мысли, которые у вас возникли, как бы вы прожили вот свою жизнь. То есть вот это самые первые 3 правильные мысли. Пусть они реализуются в вашей жизни. Я думаю, что вы сразу вспомните о семье, о родителях и о вечности, где вы ее проведете. Поэтому у меня такое пожелание. Живите так, такой жизнью, как будто вы знали, что вы сегодня умрете. Я думаю, ваша жизнь будет правильной. Додаток Світлого Радіо Еммануїл тепер є на App Store і Google Play. Завантажуйте додаток для смартфонів і планшетів, і Світле Радіо буде завжди поруч.